Доброе утро, мои дорогие. Вы посмотрите на меня, нечесанная. Гляньте, какую за ночь, какой у меня хайр на голове. Как спишь на боку. Так вот это. Я специально не стала причесываться. Думаю, покажу вам, какова я с утра-то. Вот уехала я из Крыма. А мне вдогонку. Видео. Ну и кто первый прислал? Оксаночка. Спасибо тебе, моя дорогая. Она говорит, вдогонку тебе тепло наше крымское. Вот, я буду выкладывать в отдельное видео все, что мне присылают девочки. И, кстати, очень жду видео от Гарика. Гарик, пришлите хоть маленькое видео какое-нибудь. Но вы так далеко. И так интересно. Какая у вас там природа. Как люди живут. Ну, я так-то представляю, я же смотрю. И путешествия, и страны разные. Ну, очень интересно. Это я прервалась, Рина позвонила из Финляндии. Ириночка, ну такая интересная женщина. Такая хорошая, такая прям как сестренка. А пошел дождик. Пока я с ней разговаривала. Так, ну ладно. Рина вяжет носки. Скоро же Рождество, как она говорит. У нее такие носки красивые. Я ее попросила, она пришлет потом фотографии или видео. Я вам покажу. Приветики. Отправляю тебе нашу красоту. У соседки снизу. Какая красотища. С Бимкиными тряпками. Мимочка. Мимочка. Наташа. Кустарники такие. Туда дальше еще огород ее. Красота яркая. Сегодня денек прекрасный. Неправильно снимаю, надо было наоборот снимать, а я вот так надо снимать, елки-палки. Капец, на этом кусте еще пчелки и мухи летают. Красотища. А это за угол дома. У нас зайдешь? Тоже организовали такой. Цветочками. Да, Бимочка. Здравствуйте.
тут через дорогу базар, рынок. Бинг. Бинг. Има. Тоже у соседей. Рядышком. Просто такой красивый. Цвет. Класс. Красиво. Ярко так. Капец. Там такие пустища. Да, Бимочка, понюхай чего. А я тут вот с наклейками из фикс-прайса сделала досочку на кухню. Ну, у меня чисто декоративная, потому что лака у меня нет. Лак я еще не покупала тут. Ну, так, на Новый год. А если лаком покрыть, то и мыть ее можно. Ну, посудомойку не надо лучше. А так можно мыть. У меня есть такие досочки. Нормально служат. Вот. А мне Ириночка прислала из Сочи фотографии, чтобы я поностальгировала по Красной Поляне, Роза Хутор. Как он выглядит сейчас. Посмотрите. Вот видите, что значит неделю я ничего руками не делала. Сейчас прям тянет. Слушайте, ну хорошенькая же. Надо что-то сделать, чем-то ее задекорировать и куда-нибудь пригодиться. Я не могу выбрасывать такие вещи. И еще напоследок одно видео от Оксаночки. 16 градусов тепла в Черноморском. Красота. Еще большущие такие. Такие нежненькие красавицы.